Всем здравствуйте. Ой. Ехал по дороге, заехал, вот купил булочки. Смотри, какие булочки классные. Сейчас одну разогрею. Одна такая со шпинатом и с куркой. Вот эту сейчас я разогрею, попробуешь, тоже вкусная. А пацаны макароны едят. Да что спина еще раз? А я, что мне руки? Сейчас в микроволновке разогрею, тебе быстро ты попробуешь. А там магазин такой классный. Одни мабулочки продают вот там. С чем хочешь есть. И с рыбой. Что хочешь. Ну и вот то красиво вот такое, правда? Мабулочка делится. Здесь как красиво. Правда? А, Чарлик, макарончики. Да, Светлана, вот лекарство. Мы ехали по дороге. Светлана лекарство купила для Чарлика. Все-таки это у Чарлика от того, что мы таблетки тогда давали. Говорят, что у него может быть, что он чухается от тех таблеток, что мы давали. Не знаю, надо очки одеть, прочитать бы тут мел, какую дозу давать. Надо будет сегодня Чарлику дать, потому что он все равно чухается. Наполовину с мамой булочку. Мы сейчас будем кушать. Попробуй, мама. Так ты попробуй, во, я тебе отрезал, во. Да бери кусай, то твоя булочка, мама. Угрю. Не режь, но я же разогрел. Для чего ты режешь? Бери и ешь. Да я не съемлюсь. Не съешь, потом съешь, бери и ешь. Потом не буду есть. Горяче. О, а це с печиночкой? Да. Вкусный, правда? Угу. Це з печінкою. Ну. Вони вкусні, як теплі, а як холодні, ну такі. Піснятина. Ну лучше, чим чебурек їсти. Согласна? Лучше таку булочку з'їсти, чим чебурек. Непонятно, де купляти. Це бульки туди. Ну я бачу, що тут є морковка, во. Є морковка. Доля кушала макароны. Я макароны кушала. Конечно. Говорил за лекарство, что Чарлику взяли. Надо будет, что там оно шприцу или как-то. Антизуд, надо, да, прочитать сейчас инструкцию. Вот. У него после лекарства того, что мы купили. Ну, после тех Анексгар, таблеток. Да. Видно, его блохи кусали. И у него раздражение. Ну, Чарлик... По-моему, 15 он. Ну да, 15 килограмм он важит. Да. Так, мама? Ну? Чарлик. Да. Вот все наши барбосы, то по 10 килограмм. Что доля 10 и Вильчик. Вильчик вроде меньше, но все равно 10 килограмм. И доля 10 килограмм. Сейчас Чарли закончит с макаронами и будем ему давать против зуба. Пускай он накушается, а потом ему дадим. А он чухается, видишь? Ну, сегодня меньше чухался, правда, мама? А, ну. Ну, как чешется. Да, он уже не так чухается. Наелся макарон и текать же на улицу. Артист. А, то шприцом. Закрывай ему рот. Оп. Доля, то не трогай. Вкусно? Облизывается. Значит, вкусно. Не, доли не давай, не надо. Что ты долю целуешь? И то раз в день, да? Да. А завтра ему опять давать, да? Я только слышу, как лучше здесь есть, еще раз, да. Ну, так, Чарлик. Что на одного Чарлика повлияли те таблетки? Недоволен, недоволен, обиженный пошел. Думает, что такое, только мне одному дали. Больше никому. Эх, скажи, Чарли. Ох, бессовестно, скажи. Не, обиделся, пацан. Скажи, один я только. Ну, что же, виноват, что на тебя так таблетки тебе подействовали. Да есть, водичка же стоит. Или молочка ему. Ну, посмотрим, может, будет меньше чухаться. Так?
Водички свежие налить? Налить свежие воды? Пришел жаловаться, жаловаться пришел. Пришел жаловаться. Чтобы тебя не тюхалось, не тюхалось, не тюхалось. Да, не тюхалось. Да, Виля, скажи. Ну, уже Вильку мучает. Ну, пошли Вильку мучить. Ну, что видишь? Спокойно. У Светланы уже новые гольфы, да? Да. Гольфы, эти колготки. Да не, я, мама, одела просто штаны. Чарлик после лекарств так ест. Хрустики, чмак меня, тоже Вильчик, а не твое. Мама уже одела кофту новую, что Коляня подарил, не? Знала, хорошую кофту? Ну. Чей рубашка лучше тебе больше нравится? Тоже мы кому. А рубашка? Я хорошая. Тоже что-то сам. Ну. Тоже что-то сам. Не, хорошая, с длинным рукавом тебе как раз хорошо здесь. И она свободна, не в обтяжку, ну, правда? А курточка, как что сдала, то тут резинка, я хочу сдать их. Можно расставить. А там хиба, оно же давит тебе? Ну, тоже она свободна у тебя внизу. Ну, внизу свободна. А, поела? А не, не поела. Нет, то треба тарелку, ма забери тарелку в спальню, бо зараз вона забере у Вільчика. Їж Вільчик своє. Це доля така, Шумахер. Туди-сюди, туди-сюди. Чарліку вже намного лучше. Вчора дали йому лікарство, сьогодні дали лікарство. І вже так не чухається, правда? Вже намного себе лучше чувствую. А то вчора то він чухався сильно. Ну і ж врач сказала, що то від таблеток. Що давали таблетки і... Як би там, я не знаю, блохи вмирали, бо то ж і є, що вони і під шкурою знаходяться, без поняття. Ну, так об'ясняло, що із-за того не чухався. А зараз і апетит хороший, і у Дулі, і у Чарліка, а Вільзик ще мечтає. Борщик є, Чарлік любитель борща, не мама. А ты не даю там... Меняется, меняется тарелками-то и все. Вкусные пальчики были, правда? Что сам вам напек? Ну. Ты... Я думал, что на смальце, то не на смальце, бачу. О, как Чарлик хрупает. Вильчик, ешь, что не ешь? На сегодня обещали дождь. О. Дождь обещали, видишь? Вот тебе и дождь. Не забывайте выходить из дома, не забывайте брать парасольки. Вот тебе и парасольки. Это какие? Так как это парасоль убрать, так как сирена. Какой-то подвал. Не, ну обещали на сегодня дождь. Может, здесь и дождь и есть. То ж уже, видишь, даже люди уже все уже в огородах уже по чуть-чуть начинают ковырять. Ну еще рано, я пробовал, то еще мокро, сильно мокро, надо, чтобы подсохло. Вот эту неделю то обещают, что будет потепление, то уже будем в огороде уже ковыряться по чуть-чуть. Землю надо разбросить, потом Коляня те цветы, что купил, посадить. Траву надо там пощухать, то все. Селитры набросаем под живым траву. Ёлочки тоже поубираем. Потихоньку-то сделаем уборку. Тут работу. Великие такие. Вот эти списывали. Какие? Ну, не в горшок. Нет, и что, в горшку-то мы не будем садить? Мы посадим так, без горшка. А тут-то да. То просто Света так оставила, бо каже, не дай Бог, будет ночью приморозить, что они смогли замерзти. Палички. А ті, ты бачила, какие будут красивые кустами? Такий куст буде и разноцветные цветы. Як... Ну, це, мама, не один год, аби воно виросло. Мені кажеться, що це буде довговато рости. Ага, дочка. І Чарлік доїв хрумчики. О, от тобі. Чарлік молодець, Чарліка апетит хороший. І тут почмак. Ну, так а їсть, я досиплю ще. О, оце про що дивиться. Пусто.
А дедяк, набігалися на дворі і їдять. На воздуху. Да, воздух такий. Ну та воздух. Палять, ти ж не бачу, в огородах убирають, то беруть і палять. Все, ми скепорожні. Якби вони палили самі гілки, а то ще палять і бумагу, і Бог знає, що палять, то воно і воняє. То ж вже казали, що палити не можна, палити не можна. А палять все одно. Палять все одно, ще все одно воздух уже. Що ж ти дольку нагнув? Ще мало, моя рідна, третіми. Ну вже доїдає, доїдає. Зараз я вам ще насиплю, я насиплю. Це молодці, що вони кушають корм. Так, Вільчик, скаже, я корм люблю. Та й Чарлік так само. Що ж ти так дурне, так кисло? О, тільки прийшла. Нема. А там пусто. Облизалося.